Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Рутове, и это четвертый день наших влогов из Шанхая. Сегодня 12 число, 12 июня 2014 года. Вчера был насыщенный день. Если вы смотрели мой вчерашний влог, мы побывали во всем Шанхае, побывали в самых престижных районах и даже вон на тех высотках. Это было круто, но сегодня мы уже во второй день именно пребывания в Шанхае идем в парк развлечений под названием Happy Valley. Чтобы снимать такой экшончик, the must action videos, я купил вот такой аксессуар. Это такая вот штука, закрепляется на руку, здесь есть крепление для моей Sony Action камеры, чтобы снимать прикольное видео в аквапарке, ну и сегодняшнем парке развлечений. Вот чисто китайский райончик. Ну что, мы вышли из метро, сейчас нужно будет перейти на отдельный пешеходный переход, а там уже подловить бесплатный автобус, который нас также довезет бесплатно, опять же, до Happy Valley, то есть самого этого парка развлечений. Мы уже из самого вагона видели, что горки там классные. Боже, сколько мопедов здесь. Офигеть. Это ржавые велосипеды, дешевые мопеды. А вот по этому переходу нам сейчас нужно будет перейти и попасть на другой конец улицы. Your consent is full. I need your love. I need your time. Ну что, идем мы. Вышли из автобуса, сейчас пытаемся пройти на территорию. Скорее всего, нужно будет купить пропускные билеты и кататься на здоровье. Значит, билет автосамета рациона не знаю, возможно, они тоже будут платные. Здесь я сказать вам ничего не могу. Но горки обещают быть классными, они издалека уже будут даже видны. Здесь такой фонтанчик. А вот мы идем. Купили билет. Билет входной стоит 600 юаней, это $100 или опять же 3300 рублей. Сейчас мы проходим, надеемся, что за такую сумму все будет бесплатно. Я уже в предвкушении чего-то крутого, и впереди мне подсказывают то, что это будет круто. Вот такие вот классические американские горки, то есть, ну, в понятии нормальном, то есть естественном, американские горки это именно горки без мертвых петлей, вот тупо вот вверх-вниз, вверх-вниз, ну, сами понимаете. И вот так они выглядят, сделаны из кучи перекладин, строп, ну и так далее. Но это, конечно же, не все. Перед нами открылся вид на классические американские горки, и они крутые, но сейчас нам не до этого, мы идем в туалет. Так-так-так-так-так-так-так-так. Воу, holy shit!
Вот это да. Мы смотрели карту. Здесь как минимум три дуровые американские горки. А вон там еще одни в долине вернеются. Не знаю, видны ли они вам с этим широким углом. Нет, то, конечно, это круто. Ну что, разворот здесь классный, будет много экшончика такого. А самое крутое то, что в этот раз все заснимет моя экшн-камера с помощью специального кейса и аксессуара. Иногда, возможно, предупреждаю вас, будет скрипеть звук, но это не сравнится с тем, какое видео у нас получится. Wooden American Roller Coaster Fireball. Огненный мяч получается, но очередь, офигеть какая очередь, мы что, 2 часа стоять здесь будем? Ну что, простояли больше часа, ну и вот скоро уже подходим, но надеюсь это будет круто, но конечно же час стоять это очень мучительно. Вот такая была очередь. Ну что, друзья, к сожалению, нам не разрешили пронести камеру на вот этот вот аттракцион. Это было очень круто, захватывающе, я посадил себе голос. Вот этот вот первый спуск был просто нереальным. Потому что он еще сверху отсюда набирал скорость вниз и прям нырнул. Ну что, друзья, мы после этого катания, уже я с посадившим голосом, пришли кушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну а кто нет, идите покушайте. Дима, кола холодная, пить потихоньку. Ну давай на них положим, извини. Вот так, вот так. Ну что, покушали? Вот столько осталось, лапша очень сытная. Сейчас пойдем на другие горки. У нас осталось еще как минимум 2 горки, 2 аттракциона. Не знаю насчет одной, работает ли она или нет. Но, по крайней мере, мы пойдем проверим. Друзья, мы сейчас прокатились 2-й раз. Сейчас посмотрите, как поедет вагонетка. А заезжает она наверх и потом резко, набирая скорость, падает вниз. Мы в этот раз ехали на 1-м месте. Это было очень круто. Вот так вот. Вот едет вагонетка, она сейчас пронесется вот здесь с огромной скоростью. И что я хочу сказать, this is unreal American roller coaster. На самом деле это реально unreal American roller coaster, the classic roller coaster. И она на самом деле очень большая, длинная, на 1-м месте, вот прям вот на 1-м сиденье сидеть очень круто. Стоит этого того, чтобы ожидать в очереди около часа. Я посадил свой голос, потому что первый раз мне было страшно. Серьезно, и я кричал не на русском, я кричал на американском, holy shit, вот такое вот что-то. Вот она там катается. Вот она. Неплохо, скажу я вам. Так что вот такие вот дела. Но сейчас мы идем вон туда. И чем примечательна та горка, то что это уже настоящая мертвопетельная горка с умопомрачительной высотой и наклоном вниз на целых 90 градусов. То есть там есть вот такая вот точка,
которая спускается вниз, то есть вагонетка будет спускаться по ней под наклоном ровно 90 градусов. Там, наверное, дуровая скорость будет. Но здесь такая вот красота. Но, тем не менее, мы, скорее всего, на нее пойдем, и это будет очень круто. Там, наверное, вообще вот так вот просто тело пожмется. Вот такие вот красоты открываются здесь. По этой горке мы ехали. И вот так вот парк под названием Happy Valley пересекается с красивой природой. Речек много. И крутых аттракционов тоже. Эй, йоу-йоу-йоу, ребята! Вот эта горка! Просто! Ну вот, друзья, how to do the VTA. Йоу-йоу-йоу, нига! Еще один разбашенный аттракцион. 4D кинотеатр, но нас он не волнует. По той простой причине, что в моем городе Сочи мы ходили уже и в 12D. Это на самом деле смешно, ребят. Когда я увидел эту надпись в погоне за численностью D. Йоу-йоу-йоу, нига. Вот это крутая горка. Скорее всего, мы сейчас на ней поедем. Большая-большая. Все смотрят на мою камеру. В аэропорту никто не знал, что это такое. Телефон, телефон, плеер, не плеер. Офигеть. Наверное, все привыкли к форм-фактору GoPro. А Sony Action камера, видно, еще не популярна. Ну, действительно, я таких ни у кого не видел. Да и GoPro мало у кого. Вот, короче, это прямо-таки снизу. Very, very scared. Вот эта дурь поднимается. Как он тормозит, припушающе. А еще ноги вниз висят. Тебя тормозят. Ё-моё! Там перегрузки просто дуровые. Нет, друзья, дело в том, что там, когда опускается уже практически в конце, роллер-костер проходит через стадию воды. То есть они все выходят оттуда мокрые. Честно, мы этого не хотим. Поэтому пойдем на следующую горку. То есть, сами понимаете, вот так вот я одет. Мочиться совсем не хочется. Потом еще на метро ехать, а метро холодно. Так что вот так вот. А мы тем временем гуляем. Здесь такие вот есть вагончики ездят. Весьма прикольно. Но все-таки сожалею, то, что не разрешили мне камеру пронести на тот вот роллер-костер, на ту американскую горку. Ну, дело в том, что, вообще, во-первых, она громоздкая, именно с креплением. То есть, знаете, камеру пустить такую не хочется. Больше я, скорее всего, такой не куплю. А если куплю, то через не очень долгое время. Здесь, тем более, SD-карта, информация. Ну, в общем, сами понимаете, угрохать экшн-камеру за 10 тысяч мне бы не очень хотелось. Поэтому сейчас мы идем на более безопасную горку. И если там не разрешат снять на камеру, то будет весьма круто. Здесь в парке, что хочется сказать, весьма красиво, но аттракционов не очень-то и много. Территория большая, но всего лишь 3 горки и 1 полностью водная. То есть смысл такой, вы садитесь на, ну, что-то типа ведра, не знаю, как пример привести, и просто по водной горке съезжаете вниз. Потом, естественно, в воду падаете, вы там по уши мокрые. В общем, там суть в том, чтобы спускаться в плавках. А вон еще что-то. Возможно, горка. А, кстати, может быть, знаете, как будет?
вот так назад отъезжаешь высоко, и потом оттуда вот так вперед. Возможно, весьма. Было бы интересно. Вот здесь какая-то очередь, очередная. Очередя большие. Не знаю, куда это, но я вижу уже третью желтую горку. Она не самая большая. Самая большая была та, которая сейчас мы видели второй. Вот. На нас смотрят. Китайцы. Даже глаза расширяют. Кстати, интересную особенность я заметил у китайцев. Дело в том, что они, идя по улице, абсолютно не стесняются, начинаются харкаться, внимание, рыгать и даже пукать. Вот они идут по улице, знаете, такие, поболтают, мать, вон он, пссс, и все. Вот на это некрасиво. Я не знаю, может, у них здесь так принято, например, как в Германии. Пердеть, извиняюсь за выражение, на улице. Но это не очень красиво. И, допустим, мы тоже стоим мы на торговой улице возле Nanjing Road, станции метро. Стоим, я снимаю своих родителей на камеру, и тут раз, рыгает, и все. Вот, ну, неприятно, честное слово. В аэропорт, значит, прилетели мы. Они, кстати, пьют какую-то траву. Нужно будет посмотреть в интернете, что за траву они употребляют, но некоторые ходят с термосами, пьют эту траву, а даже мы, когда ехали с аэропорта, какой-то пацанчик на мопеде нес два мешка травы этой самой. Не знаю, что это такое, но они, тем не менее, это принимают. И как мы прилетели к самолете, в самолете, как мы приземлились в аэропорт Пудонг, все начали рыгать, кашлять и пердеть. Но это не очень круто. Тем временем, третья горка, мы уже на нее идем. Нужно сейчас посмотреть, что это за горка. Нету ли здесь опять водных процедур. А если их не будет, то мы поедем. Она весьма длинная. Поехала. Друзья, сейчас попробуем, опять же, надеть на руку камеру и пронести ее. Здесь, по сути, вибрация должна быть менее большой, и, возможно, у нас получится что-либо снять. О! Ребята, только что прокатился на этой дуровой горке, она действительно классная очень. И мне кое-что получилось даже заснять, и я вам это покажу. Использовал 120 градусов и стабилизацию изображения SteadyShot. Вот. Вот. Но я думаю, будет что круто. Нужно будет перенести изображение на Galaxy S5 мой и посмотреть уже оттуда этот видеоролик. Ну что, поехали. Да. Поехали!
Окей, Дис, мы сейчас вышли с этой горки. Третий раз катались. Она, мне кажется, самая лучшая из всех, которые я ранее катался. И самое крутое, то что в этот раз, уже в третий, была другая смена, мне официально разрешили снять на мою экшн-камеру. Я выставил 60 кадров в секунду без стабилизации на 170 градусов с помощью вот этого аксессуара. Вот так он надевается мне на руку. Ну, сейчас мне это показать неудобно. Покажу как-нибудь в обзоре обязательно. Ну и вот здесь такая вот красота. К сожалению, парк закрывается в 5 часов по местному времени, поэтому нам нужно идти. Пойдемте. Классно. Очень мягкая горка, конечно. Красиво очень, конечно же. Мы сейчас уже идем обратно. Там была наша горка. Здесь такие вот, ну, скорее всего, искусственные камни. А здесь плавают экскурсионные лодочки, кораблики. Все весьма неплохо. Друзья, дорогие друзья, мы не знали, но по пути увидели вот эту еще одну, четвертую, ну, более или менее нормальную горку. Хотя бы есть какие-то изветвления. Ну, вот, например, та, которая слева. Ну, маленькая для малышей. А мы-то уже взрослые, брутальные мужики, да, ребята? Вы мои зрители дорогие. Так что идем на ту. А там еще и Нет, подождите, это, я не пойму, синяя пересекается с желтой? Или это две разные горки? Вот тоже непонятно. Crazy Elvis. Что бы это ни значило. Нет, это две разные горки. Есть весьма немного людей, что радует. Азиаточки. Господи, какие огромные стрекозы. Напоминают гигантских ос. А тем не менее, мы сейчас идем на какую-то очередную горку. И этого мы еще не видели также. В общем, парк огромный. А вот еще одна весьма интересная горка. И здесь, я как понимаю, везде будет впечатление, как будто бы вы сейчас прям в Калугу режетесь. Идем на горку. Парк закрывается через полчаса. Стараемся успеть. Вот хоть бы очереди не было. Все, мы прокатились, идем домой. Парк сейчас уже закрывается. Так что вот такие вот дела. Сейчас, возможно, поедем на набережную Бунт. Опять посмотрим. Это-та-та-та. Классно. Я рад, что все-таки мне удалось заснять хотя бы две горки, два раза прокатиться. Второй раз я посмотрел, вот немножко тряска была, но потому что очень много поворотов. А вот первая горка, там больше рассчитана на взлеты, падения и скорость. Это хорошо, это экстремально, но тем не менее она мягкая. Так что такие вот дела. Здесь еще есть парочка вот таких маленьких вышек.
Там вдалеке еще виднеется белая такая вышка. Это тоже, если вы не знаете, просто вот резко поднимается кабинка и начинает так вот елозить туда-сюда. Это не самые большие, которые я видел. Я видел вышку, которая была высотой около 100 метров в Испании. Вот, так что вот такие вот дела. Самое интересное, что большинство людей идут уже обратно, потому что именно недавно, ну, точнее 15 минут назад, закрылись все аттракционы. Ну а мы идем против этого течения фотографировать, потому что фотоаппарат был в камере хранения, которая находится у входа. У входа в парк прямо справа. Там, кстати, футболисты. Ой, какие футболисты? Баскетболисты делают данки. Вот мы вернулись домой с пересадками на метро, да, часом стоя добрались. И сейчас идем в номер. Жутко устали, пока ходили и катались. Кстати, один нюанс. Не знаю, как у вас, ребят, но если вы катались, у меня очень часто после аквапарков, после парков аттракционов таких мощных, когда много катаешься, вот в груди давит, и когда отдыхаешь, хочется, не знаю, вот, не знаю, это ощущение, как вам передать. Хочется кашлять сразу, вдыхаешь, там что-то в груди перемыкает, в горле, и как-то перемыкает сразу. Возможно, это из-за мощного давления, которое оказывается при постоянной смене высот. Вверх, вниз, справа, влево, сами понимаете, горки не такие. Oriental Pearl уже светится, постепенно все загорается, город включает иллюминацию. Вообще ночной Шанхай, вообще ночные города развитые очень круто смотрятся, и вот то, что днем, и то, что ночью, это совсем другое. Йоу-йоу-йоу, what's up, nigga? В общем-то, мы и дома. Пришли, сейчас будем кушать, собственно говоря, устали очень, но очень понравилось. Так что такие вот дела, с вами был Дмитрий Поляков, это был 4-й день нашего путешествия в Шанхай. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам было интересно, и завтра у нас тоже весьма обширная программа на день, так что смотрите, будет интересно. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, посмотрите их, а если вы уже смотрели, то продолжайте смотреть дальше лучше. Всем пока, и мне спокойной ночи, а вам приятного дня. Пока.